Горячую воду уфимские инженерные сети поставляют. Энергоснабжающая, ресурсоснабжающая организация УИС. Мы сразу им отправили телефонограмму и письмо, соответственно. В течение какого времени я должен установить? В течение суток. Если ситуация не изменилась? Да. Но уже температура на вводе на несколько градусов выше стала. Это подтверждено, да? Да, это подтверждено. А по жильцам вы еще не проходили? Но когда температура маленькая, жильцы сами начинают звонить. Почему? Как?